Это очередная зарисовочка из нашего похода в Старицкие пещеры. Вот это вот мы уже на следующий день после приезда разбили лагерь. Все ушли купаться. Где-то там вдалеке они нашли спуск к воде. А я остался в лагере за старшего. Очень красивые места. У нас тут 4 палатки. Всего 3 велосипеда. Потому что самые хитрые приехали на машине. Привезли нам еду и все самое тяжелое. У нас тут был огромный костер ночью. Сейчас я буду готовить обед второй. Потому что супчик уже все съели. Сейчас будет тушеночка с гречкой. А потом пойдем в очередной раз в пещеры. На этот раз уже достаточно глубоко. Возьмем веревки, возьмем музыку и попробуем забраться уже на пару сотен метров вглубь. Места очень красивые, живописные. Деревья дают тенек, в принципе. Не очень жарко. Утром спать. А днем, конечно, жарище плюс 30. В Волге очень каменистый берег. На самом деле очень неудобно спускаться каждый раз, чтобы помыть руки, помыть посуду. Но зато очень чистая вода и очень много рыбы. К сожалению, ни у кого удочек нету. Пойду дальше готовить.